Оглашение приговора самбисту Расулу Мирзаеву отложено. Дело обвиняемого в причинении смерти по неосторожности возвращено на стадию судебного следствия. Такое решение принял сегодня Замоскворецкий суд Москвы. Судья заявил, что собирается повторно допросить эксперта Сергея Леонова. Он значился в списке свидетелей защиты, но не явился. Ожидается, что Леонов придет на процесс завтра. Сегодня же потерпевшие заявили отвод прокурору Юлии Зотовой. Их защита считает, что есть основания полагать, что обвинитель прямо или косвенно заинтересована в закрытии дела. Напомню, после драки с Мирзаевым погиб 19-летний Иван Агафонов. Инцидент произошел в середине августа прошлого года у ночного клуба «Гараж» в центре Москвы. По данным следствия, во время ссоры Мирзаев ударил Агафонова. Молодой человек попал в больницу и через несколько дней скончался. Ранее прокурор просил ограничить свободу Мирзаева на 2 года. Защита семьи убитого студента настаивает на строгом наказании. Да? Да.